вы? Пойдем по ярмарке. Сегодня у нас суббота. Градусов сколько? 15? Да. Есть 15, как думаешь? Нет, наверное, 13? Да, 13. 13 градусов и такая теплынь. 20, я бы сказала. Можно в футболочках идти спокойно. Такая погода, теплые елочки продают. Для меня прям это такое удивление. Ну что, он, смотри, 5000, я думала, 500 рублей. Нифига, перепутала. Только 5 раз у меня на него. Всякие продают сувениры на Новый год. Ну да, вон игрушки. На подарки парички. Паричок, ой, белая елочка. Хочу показать елку. Ого. Что столько народу у нас здесь? Такое купим? Ничего себе, такие молодые, у них уже трое детей. Наверное, делать нечего было. Надо нам вот такие вот купить на Новый год, да, всем? Пойдем с Займой. Маме, бабушке. Блин, зачем мы сюда пошли? Наташа. Ага, вообще такая толкучка. И потом скажу, что в Геленджике мало народу, да? Пойдем, Алин. Костюмы вон всякие разные. Как-то ненавижу эти праздники. Ой, вообще не говоря даже. Побыстрее бы они прошли. У нас идет неделя опять дождей. Вообще. И у меня так болит голова из-за этой смены погоды. Да. Всю ночь болела голова у меня. Такая вкусняшка всякая, смотри. Не хочу. Не хочу. Не хочешь только сейчас. Конфетули. Тут ярмарка, поэтому. Они так нормально здесь, да, продают? Весь народ здесь, в принципе. И мед всякий разный. Соленый арбуз хочешь? А клини. Соленые арбузы, яблоки, сливы, тыквень. Елок, смотри, сколько. Вообще народу сегодня. Выходной день, поэтому все здесь. И тепло, да. Сейчас мы зайдем в Макдональдс, купим вкусный ароматный кофе и пойдем гулять по набережной. Смотри, сколько чаек там. Середина декабря. Обалдеть. Вон, смотри. В лодку вон там садятся.
экскурсии. Где в лодку садятся? Вот лодка стоит такая, маленькая. Такая рыбаков опять царит целая куча на пиво. Ого! Видела? Вижу, да. Они аж в очереди стоят там. Вот делать нечего. Там, наверное, нормально ловится. Там, наверное, нормально ловится, да. Не может быть, чтобы столько людей просто так сидели. А где лебеди мои? Ну, сегодня прям тепло. Прям вообще кайф сегодня. Сегодня все птички, чайки сытые. Все их кормят. Ничего себе, сколько тут народу. Че говоришь, Сереженька, не ходил на елку сюда, да, пока меня не знал? Ага. А где же горки ледяные? Каток. Сейчас, наверное, меня многие поймут, о чем я говорю. Снеговик. Где же? Смотрите, все, какая у нас красивая елка! Такая вся большая, нарядная, высокая! Давайте попробуем. Да, пойдем. А вот и каток, наверное, да? Я вот не пойму, это реально будет каток? Ну да, наверное. Искусственный, да? Пластик. В смысле, здесь лежать будет, да? Что? Лёд. Или вот так вот это будет? Нет, так и будет, я предполагаю. Он просто будет брать коньки, пытаться, да. Он это как пластик, знаешь, скользит. Ага. Коньки будут по нему скользить. Искусственный каток. Ничего себе не придумали, да? Искусственный каток. Надо быть малой, да, сюда? Надо обязательно. Следующие выходные можно? Вон, смотри, с мамой даже так, потому что нельзя без них. А, да? Сейчас, под Дмитров сейчас. До 3 лет без них типа нельзя. А что, линия одной можно? А? Ну, я так думаю, я не знаю. Построили, да? Ага. У нас сделали новую стелу, вот такой парк рядом со стелой. Красиво все сделали. Сейчас я вам покажу саму стелу. Обновили, качественно все сделали. Слава Кубани. Дамочки такие стоят. Все гуляют здесь, строят храм. Вот уже какой большой построили. Прямо на городке. Тут, кстати, уже Чайковский видно. Вон уголочек Чайковского. Не там, а вот. А раньше такие старые буквы были. Сейчас все поменяли.
красиво, молодцы.